Спасибо, спасибо, спасибо. Да, как говорится, красота спасет мир. Я надеюсь, вы понимаете, о ком я. Перед каждым концертом я долго думаю, в каком же костюме мне сегодня выходить к публике. Вот вы видели, я был в белом, сейчас я одел фрак, у меня еще есть красный костюм. Что такое? Ничего. А сейчас, пока ведущий переодевается в следующий костюм, я хочу познакомить вас с прекрасным человеком. Это человек серьезный, не такой, как... Вы понимаете, все, что до сих пор было, это все несерьезно. Это мы кривлялись, дурака валяли, придуривались. А сейчас лирическая страничка нашей программы. Я хочу познакомить вас с человеком, о котором... О таких людях, как он, еще Вильям Шекспир говорил. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и все остальные мужские прелести. Я приглашаю на эту сцену прекрасного человека, автора-исполнителя своих стихотворений, на сцене Борис Барский. Встречайте! Спасибо, я уже на сцене. Я прочту вам... Я прочту вам мое самое любимое лирическое стихотворение о любви к женщине. Не принцесса ты и не снегурочка, не звезда ты на небо взошедшая, в чем-то мудрая, где-то дурочка, полоумная и сумасшедшая, не голодная и не сытая, фантастично прекрасно раздетая. Ты, как пиво глоток недопитая, и как рыбы плавник недоетая. Вот я страстью к тебе искалеченный, часто вижу, простая баба ты. Ты, ангина моя недолеченная, и моя ты грудная жаба ты. Без тебя не смогу, не смогу я, повстречав, ведь подумал сразу я. Я б любил тебя и одноногую, я ж люблю тебя и одноглазую. Еще одно лирическое стихотворение о любви к другой женщине, антифашистская. Вот я бесстрашно в тыл врага, во враг, где сорные цветы, на дно сырого врага, где ты, собаки, фашисты. В смертельной схватке рук и ног мы катимся с тобой в траву. Граната больно давит в бок, и каска давит в голову. Я как чумной, я как шальной, я как свалившийся с небес. Сбылась мечта передо мной, глаза и глаз твоих разрез. И цокается зуб о зуб, и очень-очень very nice. В сплетенье тел, в слиянье губ, и face to face, и eyes to eyes. Мы, может быть, с тобою странны, я сын, ты дочь своей страны. Мой друг, так будем же гуманны, чтоб в мире не было войны. И еще одно стихотворение, очень короткое, стихотворение о любви. Это стихотворение ревности
и отчаяния. И за что ты его полюбила, ярко выраженного дебила? Я прочту вам еще лирическое стихотворение о любви, серьезное, очень красивое стихотворение. Стихотворение. Все рассеялось, дамы и дым, ночь, и вы за полоской вуали, взгляд, что стал почему-то пустым, вы чесались, вас блохи кусали, вами бредил я ночью и днем, и шептал заклинания от сглаза, заболели бы вы лишаем, я бы тело вам йодами мазал, положительно я... Вами бредил я ночью и днем и шептал заклинания от глаза. Заболели бы вы лишаем, я б зеленкой вас всю пипери. Я вас любил, а в ответ надо мной вы смеялись. Я ложился, я спал, я вас снил, и во сне вы в носу ковырялись. Как хотелось мне заговорить и стать первым из ваших поклонников, а еще взять и вам подарить 114 розовых слоников. Только...
Лирическое стихотворение о любви к женщине. Стихотворение элитарное, эротическое, написанное в аллегорической форме эзоповым языком. Я люблю ваших глаз, овальчики. Я в нокауте в первом же раунде. Ваши тонкие в кольцах пальчики крепко держат меня за баунти. От пальчиков ваших веет морозом. Я очень прошу вас, так крепко, не надо. Там нежная, сочная мякоть кокоса и толстый-толстый слой шоколада. И еще одно стих. Привет. Меня зовут Жорик Делиев. А я вам сейчас покажу клевую клоунаду. Ломовую клоунаду покажу. Которая рассказывается про одного. Ну, как бы это вам сказать, про одного чудозвона. Не про этого, про другого. Слышишь, полосатенький? Иди отдохни пока. А я буду ломовую клоунаду показывать. Я вам отвечаю, я вам покажу, вы заторчите, как вилки, как ложки в борще. А. Клоунада называется «Харли Дэвидсон». Харли Дэвидсон. Сейчас поедем. Сейчас прогреем и поедем. Прогрели. Сейчас поедем. Тут.
Сейчас поедем. Сейчас починим и поедем. Поедем. Длин, 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 длин